Всем привет, меня зовут Лина, мы продолжаем проходить Skyrim. У нас наконец-то квест Стражи Рассвета. Мы делаем какой-то веки, да, Сиранушка? Так, нет, не это. Безжалостная сила, пожалуйста, и вот так, и поехали. Дева прекрасней заката, бесплодно старинном страшной. Кто там? Хорошо, что я доверяю своему слуху. О, кстати, это громила и фика же получается. О, золотой слиток. Там, по-моему, Вашанс, а ты не думаешь Сиране помогать? Я с тобой. О, он просто стоит. Серьезно? То есть ты просто тупо бегаешь и... Здрасте. Ну, просто, короче, он стоит и смотрит. Ребят, как у вас дела? Замечательный друг. Эбонитовая булава ужаса. Ну я, Влад, на самом деле бы взять. У тебя тут что-то хрипит, Сирана. Было страшно. Это, кстати, эльфийка, походу, была. Какая-то симпатичная. У нас так не... Не получилось создать. Не от меня. Может быть, чей угодно. Ни монеты ржавы от меня не получит. Озвучка 10 из 10. Может, прикончим случайного прохожего? В нашем деле нужна постоянно. Так, работает? Работает. Меня пугают вот эти вот хрипы. Тут кто-нибудь есть? Кто там? Почему ты не долетел? Почему ты отбежал? Ты получишь куда отсюда. Все. Лучше можешь. А чё вы слитки-то с собой носите? Покажи. Ой, споткнулась. Главарь бандитов. Нормально так. У вас тут поговорю на каждом уровне, что ли? Это по-прежнему Сиранушкин друг. И алый блеск. Так, книги. Нет, там были тома заклинаний какие-то. Да блин. А я не перегружена? Освободи меня. Вот это бы вообще-то крипово. А-а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 
тираном. Мне кажется, что твоему призванному чуваку совсем немножко плохо. Ой. Тут вот так выйти. Я знаю, что там внизу еще есть. Но... Вы уверены, что вы хотите, чтобы я полностью все зачищала? Остальное, конечно, нет. А что у нас по... Ну, а где? А вот. То есть, в целом мы можем, конечно, пробежаться вниз. Тем более, у меня есть еще один сундук. С собой. Ха. Ходячий. Что, ладно. Пойдемте сходим вниз. О, ковровая дорожка. Надо стрелы, наверное, сейчас забрать, потом продать. Господи, Сирана. Так, мы оттуда пришли. Значит, нам надо вон туда вниз спуститься. Деревяшку в золото. А? А ты еще откуда? Охренеть, конечно, что это было такое сейчас? Я в шоке. То есть это в целом как бы не поможет, да? Нашвыряла, блин, заклинание. Охренеть. О, зелье лечения. О, давайте приготовим. Что-нибудь-то. Курочку. Как же он страшно это делает. Так, кусочек сыра. И все. Че, Сирана. Ща приготовлю поесть, успокойся. Пожалуйста. Удачный удар. Лучше можешь? Тебе не взять. Не повезло тебе. Сладкий рулет. Не сражаться будет. Вот так говорят, неплохо помогает. Давакину-то он же здесь находится для этого. Давакину помогать. Фига себе, у вас тут бутылок. Склад целый. Ходим мы такие
отличные, с древним свитком наперевес. Мне кажется, жрец мотылька прослезится, как только об этом узнает. Угу. Зелье лечения, флейта, стальная броня, меховая ламеллярная. Я просто думаю о том, что у нас в целом как бы золото копится само по себе спокойно вообще. Смысла нету всякое тяжелое такое набирать по типу брони, ты потом сидишь и думаешь, блин, а что с этим делать. Вот. Собираем, ну вот. Такое вот. Чего? У тебя синяя красная рука? Ты Морфеус? Тебе показалось. Он передумал. Но слишком долго это делал. Двемерская стрела. Двемерская стрела. Кто мне подскажет? Кто мне расскажет, кто подскажет, где лежит, где она? Да чтоб сиранушка не наступила, а то она за время своего за... Тайный ход? Внезапно. Здрасте. Я надеюсь, что ты не тот безумец. А, ты вообще женщина? Ну, со спины непонятно, ты там стояла, сгорбилась, блин. Говорила мама тебе не горбиться. Это мы Ой, ты отвис. Ваш шанс, а я-то думаю. Чё-то ты давно ничего не говорил. Я был лишь уведомителем чёрной. Ну вы хоть бы похоронили, ребят, закопали. Чё-то вы вообще как... Не по-человечески поступаете. Ты что-нибудь слышишь? А ты еще откуда? Где? Враг. Вот еще кто-то лежал. Видимо, вот оно. А, ну нормально, как бы. Фу-фу, в стальной броне. О, камни вижу. Эльфийский шлем, золото, охотничий лук.
Ты там, да, разбирайся, разбирайся. Меня так просто не убьешь. Теперь ты поплачешь. Меня так просто не убьешь, говорит Сирана Ёж. Ну, у меня вместе со стрелами просто вот так вот она. Будешь знать. Будешь знать, кричит Сирана. Когда я помогла ей победить ее врага. Это вот тот самый друг, который, которому ты помогаешь кого-то победить, он такой: чё? Чё ты, ёпта? Думал, я тебя не одолею? Вот, друган мой пришел, мы вдвоем тебя завалили. И Сиран такая: да, вот тебе. А? Да. Брурит? Он беглый маг. Переметнулся к врагу в начале войны. Я донес на него, но он сбежал, а теперь вот до чего дошло. Ну, допустим, ладно. Так. А, в общем, мы что? Мы сделали квест Стражника Рассвета. Ну, это я воодушевлена, потому что для меня это что-то новое. Наконец-то. Потому что я всегда играла за сторону вампиров, а тут что-то вот необычное. Хорошо, тут Ингран. Треская застава больше не представляет интерес для охотников за редкостями. Чертёв улучшенного арбалета у меня. С возвращением. Главное, на своих двоих. Потрясающе. Ты ожидала чего-то другого? Понятно. Гномы умницы. Какие гномы? Эта технология поможет мне улучшить наши арбалеты. Хотя придется попотеть. Я часто думаю, что... Двемеры это гномы? Доживи Двемеры до наших дней. Придется обходиться крохами, которые до нас доходят. Вот, давай покажу, как это сделано. Охотничий руф, горячий. Если ты умеешь работать молотом, можешь себе такое сделать в кузнице Гунмара. В любом случае, у меня скоро будет кое-что на продажу. Понятно. Я хотела вообще эбонитовый этот улучшить. Ну ладно. Так. Мало кто понимает, что потерять. У меня разные разности. Разные видишь разности. Что-нибудь, что тебе пригодится? Ой. Разные разности. Просто невидимость мне особо не нужна, наверное, я думаю. Когда она нам прям понадобится, мы сможем просто... Вы чё? Ну ладно, допустим. В любой момент тебя могут... Так, давайте перекуем тогда. То есть, Сирана, ты решила, что это вот тот самый момент, да, когда вот надо постучать. Не помню зачем, но мне надо. Чё там вообще рычит такое? Что? Это же оборотни. Же, наверное.
Живу. Что тут можно улучшить? Кирка, колун, что? Улучшить кирку, колун. Эбонитового слитка у меня нету. Где-то я его оборонила, походу, да? Слышащий. А, шанс. Я невольно уже жду, когда ты... того самого. А есть вимерский болт? А, костяной болт есть. Костная мука и полено. Это надо из скелетов, да? А, вот болты где. Серебряный слиток и полено. Понятно. Так, ладненько. Что тут у нас есть? Я вообще смотрю, тут ребята обживаются. Я прихожу, и с каждым разом тут все больше и больше всякого появляется. Это прикольно. То есть ты чувствуешь, что ты участвуешь в развитии чего-то. Поэтому я не особо сейчас хочу идти по квесту Сираны. Я хочу еще что-нибудь то поделать. Помочь ребятам. У меня почему-то... Отец ужаса действует сквозь меня. И его... Чего ты хочешь? Только началась. Почему-то тут жесткий прям вайп идет. Здесь у нас больше шансов выжить, не правда ли? Вот все, что у меня есть. Стражи. Мне жаль, что больше ничего. Из Dragon Age. Я ж только что тебе все продавала, да? Хм. Ну ладно. А, я что вспомнила? Или, ну ладно. Я бы на самом деле с Израном бы поговорила тогда. Гунмар. Милое местечко, правда? Так. Что ты ищешь? Оружие? Да господи. Вот все, что у меня сейчас есть. Броня, 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 железная руда. А есть эбонитовый слиток? Так, ладно. Так, что мы делаем? Что ж ты делать-то будешь, да? Опять у них денег нету, блин. Так, Гунмар. Тем надо чем помочь? Ладно, да блин. Девушка. Какой нет? Пока так сойдет. Мне удалось узнать, где находится лог. Обычно достаточно уничтожить. Работа по металлу дело непростое. Давай я покажу тебе пару приемов. Сапоги, стражи, железный шлем. Правота. Вот что отделяет нас от вампиров. Я читаю. Милота. Надеюсь, ты поладишь с Израном. Появились наводки. Последние схемы очень помогли. Если принесешь мне еще и эти, успех нам гарантирован. Я вообще думала, что будет какой-нибудь полезный квест. Но тут что-то все нет. Тут как-то пока все очень грустно. Мне кажется, можно было просто ходить и фармить тут болты собирать. Блеск на белых полях. Ах.
Так, нет, подожди. Ты знаешь историю Матье Беламона и великого предательства? Мне кажется, у меня от его фраз скоро будет глаз дергаться. А этот мужик из ран, я так понимаю, наверху спит, да? Как, типа, я самый главный, я вас тут всех собрал. Будьте... Да, вон, я слышу, он кашляет. Будьте мне благодарны. Я знал, что когда-нибудь это случится. Я знал, но никто не верил. Ладно, Сирана, твоя сдала. Чё? Так, коллеги, гостиницы, возчики и Винтерхолд. Ну, поехали, чё? Ай. Можно даже возчика нашего спросить, который в поместье-то находится. Вообще, конечно, очень забавно. Там было написано проникнуть на заставу через тайный ход. Я пошла в лобовую, и мне не засчитался квест. Что? Эй, таксист! Ну, куда едем? Никуда, видимо. Возчик этот со мной не хочет разговаривать. Ну, ладно. Ну, зато поглянем, может, можем что вообще сделать такого интересного. Людей полон дом. Прикольно. Так, тут... А, все, вот тут мы ничего не можем сделать уже, да? Hello, my love. What? Back... Yes, my love. What do you need? Ладно. Шкура, рога, чешуя. Слышишь? Yes, love. Чувствуешь себя лучше, Фаркас? Like relaxing... Это похоже на отдых с теплой кружкой пряного меда. Моему стыду раньше я старался быть один, но теперь я счастлив. Я всегда буду здесь с тобой. Нет, не станешь, но я все равно буду любить тебя. Вот ты молодец, конечно, да. Так, а у вас лавка закрылась, да? Это чудесный дом, любовь моя. Если не возражаешь, я открою тут лавку. Надо же и мне чем-то заниматься в твое отсутствие. В мое отсутствие, да. Для меня честь снова видеть тебя, Тан. Yes, my love. What do you need? Так, подожди. Я опять чем-то непонятно... А, тут тоже ничего нету. А я везде все обставила, что ли, вы хотите сказать? Да 100% в подвале еще что-то осталось. Недоделанное. Гвозди. Железная фурнитура. Короче, надо все взять сюда, прийти и все еще разделать, да? Ладно. А тут нигде ящика нет. Ладно, не отвлекаемся. Не отвлекаемся. Сейчас просто сбросим и пойдем дальше по квесту. Здравствуй, любовь моя. Думаю, у тебя было немало приключений. Без тебя, да. Так, чё сбросить-то? Вот это вот. Вот это.
Что за сокровище гномов? Руки прочь от сокровища гномов, пока мы не узнаем, кому можно спаять это добро. Нужным людям уже шепнули, что покупатель скоро объявится. А до того, кто будет шататься около и вынюхивать, поймаем. И руки по локоть отрежем. Не отрезали. Так, ладненько. Значит, нам нужно куда? Кстати, может, тут что-то эбонитовое есть? Точно был слиточек. Ладно, показалось, походу. Так, чё? Пойдёмте. Винтерхолд, пожалуй. Спросим там про жреца мотылька. Что-то. Я жду. Немного найдется мест, где можно заниматься тем, чем занимаюсь я, и не бояться преследований. Что за колдовство? Я научу тебя кое-чему, но осторожней с этим знанием. Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами? А, вон, кстати, захват душ. А у меня есть интерес? Так. Думаю, коллегия готова к смене лидера. Что за записи? Вот. Хорошая работа. Вот, бери и не болтай лишнего. Ой, просто тупо халявно из 100 голды заполучила. Что? Мерзнете, ребята, да? Мерзнете. То, чему ты здесь научишься, будет помогать тебе на протяжении всей жизни. Услуги по зачарованию. Если у тебя с радостью научу всему, что знаю сам. Ты меня видишь? Да. Обливиан вас подери. Я был уверен, что невидим. Или хотя бы прозрачен. Магия иллюзии. Я раскрою тебе секреты иных измерений. На продажу. Чары и заклинания для тех, у кого есть к ним талант. Невидимость. Да. Ой, чё будет? Ой, чё будет, чё будет? Грязь будет прям.
Так, а значит, чё? А, невидимость и... Захват душ, пожалуйста, мне. И я пойду за тобой. Ну, привет. Нам точно нужно разговаривать? Нужно что-то? Пожалуйста, воздержись от каких-либо действий, которые могут разозлить местных. У них и так достаточно причин. Надо только кинжал сделать, чтобы был полноценный стелс. И если ты проводишь эксперименты, пожалуйста, убирай за собой. В принципе, логично, да. Местные норды не слишком-то нас любят. Но, похоже, я не терплю, против, если с книгами обращаются неаккуратно. Ясно? Жрец мотылька. Жрец мотылька? Да поглоти меня, Обливион. Зачем вам понадобился жрец мотылька? Ну, понадобился. Ладно, ладно. Незачем из штанов выпрыгивать. Ну, очевидный совет. Надо ехать в имперский город. Жрецы мотылька обретаются в башне белого золота. Иногда они отправляются на поиски древних свитков. К счастью для тебя, как раз сейчас один жрец мотылька в Скайриме именно с этой целью. А у нас есть древний свиток. Он заехал что-то посмотреть в библиотеке, а потом направился к драконьему мосту. Если поторопишься, может и перехватишь его. Ура! И что же тебе понадобилось, м? The professors scatter all these books, and yet I'm the one they blame if they aren't back on the shelves. Confound it all! This page, too! That makes five in total. This is unacceptable! My... Greetings. The boy. То, чему ты здесь... Не секрет, что репутация коллеги в Скайриме оставляет желание. Пожалуйста, воздержись от каких-либо действий, которые могут разоз... Местный. Тебе довелось попутешествовать, это сразу видно. А, жрец? Нет, я так не думаю. Чё у тебя за тёрки с женой? Её зовут Олда. Если встретишь её, поймёшь, о чём я толкую. Клянусь, эта баба самая злобная мегера во всём Скайриме. По-моему, у неё вместо сердца кусок льда. Иди своей дорогой. Жреца мотылька видел? Жрец мотылька. Попробуй спросить у стражника. Логично. Я снова. Ничего не имею против. А, он проехал через город не так давно в сопровождении эскорта солдат. Они не останавливались, поехали на юг через Драконий мост. Это куда? Север-юг. Типа сюда? Чё? Просто пройти надо, походу, да? Давайте, ребята, не отставайте.
Место схватки, говорите, да? Имперские солдаты, вампиры, записка. У меня для тебя новое распоряжение. Организуй засаду южнее драконьего моста. Отведи жреца мотылька в укрытие старейшин. Держи там, пока я не починю его волю. Малк. Ага. Освободить жреца мотылька. Да без проблем вообще. Я смотрю, тут схватка продолжалась, да? Что за дневник торговца? Мы женаты 20 лет, и я представить не могу, как буду жить без него. Нет одного, я его не отпущу ни за что. Вы же вместе или вместе умрем, да хранит нас Мара. О, видимо... А, это типа... Торговцы тут, да? Того самого. Маре, походу, плевать вообще на вас. Ой, что-то лагнуло. Давай, ящерица, лети отсюда. Укрытие старейшин. Поехали. Надо, наверное, арбалет экипировать. Все ж на то пошло. А, блин, вот именно тогда, когда я экипировала... Там какая-то собака, блин, ходит. Кто там? Ты еще погромче покричи. Кто там? Гончая смерть. Понятно. Что, в принципе, логично. Продолжаем охоту на вампиров. Ой, там сейчас горгулья пробудится. Кто меня заметил? Кто? Где? Будешь, да?
Он вообще отказывается, на самом деле, атаковать. Имперский солдат. Гроб. Спать? Что? А ты еще откуда? Ну... Стоун фокус? Что? Где враг? Он где-то там. А, вон он там бегает. Просто как-то... Я знаю. Хорошо, что я доверяю своему слуху. Темно, нифига не видно. Она сегодня камень-душ будет заполняться вообще. А я могу вообще? Оно не загорается, да? Не, не загорается. Ладно. Мой хозяин погиб. Его враги заплатят за это. Побороть околдованного жреца мотылька. Же не послышалось? Стой! Стой! Я остаюсь! Это не со мной! Тебе пришлось сражаться! Я не потерял разум, но не мог... Я не потерял разум, но это не я все равно, потому что я не контролирую. Контролировать свои действия. Спасибо за избавление от мертвой хватки этих вампиров. Я у тебя в долгу. Благодарю за спасение. Тебе вообще норм? Да. В полном порядке, благодаря тебе. Меня зовут Диксион Ивик. Я жрец мотылька из башни Белого Золота. Эти вампиры утверждали, что я им зачем-то нужен, только не говорили зачем. Наверное, надеялись получить за меня выкуп, идиоты. Я знаю, зачем ты им понадобился. Неужели? Надо же, как загадочно. Стражи Рассвета, древний свиток. У вас есть древний свиток? Поразительно. Если память мне не изменяет... Стражи Рассвета назывался Древний Орден Охотников на Вампиров. Я буду счастлив помочь тебе с древним свитком, только скажи мне, куда идти. Форт. Хорошо. Я поспешу туда, пока не появились новые вампиры. Доложите Зрану о своем успехе. Вот, блин, на самом деле всем хороший Зрат, кроме того, что он сидит, вообще нифига не делает, но очень много о себе мнит. Пробудиться в сыне. Вот. И от этого как-то, ну, не очень.
Слушайте, я все, конечно, понимаю. Ты тут главный, тебе вообще не обязательно что-либо делать, но... Можно было бы сделать вид-то хотя бы, увлеченность, там, все такое. У нас он, Мерсер Фрей тоже, гильдия воров, раздавал всякие приказы, постоянно нас гнобил уж всячески. И где теперь Мерсер Фрей? Как он теперь закончил, расскажите мне. Плохо он закончил. Вот такие вот дела, поучительная история. Так, надо, наверное, заканчивать. То время-то уже времечко. Сделаем вот так. И, наверное, слышь, вот так. Нет, мне не нравится. Вот так. И вот так. Вот, чуть получше. Все, давайте на сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Я буду вам очень благодарна за поддержку в виде лайка и комментария. Также подписывайтесь на YouTube, нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления. У нас есть ВКонтакте, есть Телеграм, есть Дискорд. Всем хорошего утра, дня, вечера или ночи, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Увидимся с вами в следующий раз. Берегите себя и пока-пока.